во благо Родины и нашей нации. Мы не хирурги, но ведем операции. Как инженеры проектируем схемы безопасной работы системы. Словно ученые путем наблюдений определяем причины явлений. И по-гроссмейстерски за счет комбинаций достигаем в игре доминации. Пусть на пределе и в груди пылает мотор, нервы натянуты и перегрет монитор. Мало информации пропустим через себя, ключи к решениям задач снова находя. Ответ на вызовы современности, предупреждаем потерю ценности, барьеры ставя враждебным теориям, не допускаем подмены истории, считаем главную целью своей защиту будущего наших детей, чтоб на земле родной они стояли крепко, достойно памяти великих предков. От взятой цели не станем мы отступать, за нами правда и ее должны отстоять. Назад ни шагу, а усталость ни в счет, нас верят близкие, нам это сил придает. Носители вируса радикальных идей, им назначаем лечение сразу, чтоб обществу не грозила зараза. Зная, если ненавистью ты одержим и в черных замыслах непримирим, то неизбежно воткнут тебе мордой в пол и скажут вежливо: доктор пришел. Когда в прицеле вновь зафиксирован враг, дыхание ровное и нет напряжения в руках, холодный разум выдаст верный расчет и точный выстрел возмездие принесет. Велика и искренна, когда приходим к моменту истины. Наша профессия не связана с морем, но мы несем в себе мощь прибоя. В расположении и в экспедициях мы свято чтим морские традиции. Докажем делом еще не раз и не два, что честь и доблесть для нас не просто слова. Наш выбор сделан.